Припарковаться как бог, показать свою змейку и не сбить зрителей. Лучшие водители университетов и техникумов края собрались на автодроме Политеха. Приехали кто на чем смог. На механике, автомате, но условия соревнований для всех одинаковые. Конечно, сделал бы лучше, безусловно. Многое может, ну, со стороны виднее лучше. Ну так ребята молодцы, справляются с волнением. 30 ударов в минуту. Волнение ушло вместе с пульсом. Одно из самых захватывающих заданий – проехать со стаканом воды на крыше. Ксения Юдина сейчас едет в этой машине. Воды она пролила немного. И, кстати, Ксения – единственная девушка в команде. У меня красный диплом, как бы автомеханика, поэтому… Они у меня учатся. Здесь важно не только фигурно водить, но и быстро справиться с технической неисправностью. Например, поменять колесо за несколько секунд. Кому-то мешает волнение. Паника стоит, да. Неразбериха. Ну, какая-то небольшая, есть все равно. Всегда присутствует. Кстати, именно на таких соревнованиях молодые горячие могут выплеснуть все эмоции, чтобы потом не устраивать вечерние гонки на Ленинском проспекте и демонстрировать свой уровень тестостерона. Может быть, и нарушать будут меньше, считают в госавтоинспекции. Например, только за последние пару месяцев в Барнауле зафиксировано около 500 случаев, когда водители проигнорировали пешехода на зебре. Когда заканчивают автошколу, получают водительское удостоверение, они считают, некоторые водители считают, что они уже опытные, и они могут позволить себе не пропустить пешехода, превысить скоростной режим. Такие соревнования как раз и призваны, по словам организаторов, поднять культуру вождения. А победу сегодня одержали хозяева турнира – студенты Политеха. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.